Говорят, тут ставь 18+, говорит, хватит, это немецкое, говорит, тут пускать на канал. Я на твиче там на флеш Б. Смок Б. Б нам пойдут, смоки не видно. Вышел один. Ну, все, пошло. Посыпались. Вот за что я люблю американцев. Они всегда сдаются. Начинают кикать. Ладно, был онскоп. Просто четвертый онскоп. Как и обещал. Твич такой. Но в основном все сидят на портал на другом. God Game, СК2. Do not be afraid. Let's go. Я там даже голосовалки запускал, сколько мы стреляем на бусте по количеству фрагов. Они уже прошли, получается. Шорт пустой. В яме Они оба там, наверное. Или на Б, может быть. Скаут, прям. Скаут в яме. Он один. Ох, хотел сказать, maybe one more, но он прибежал ко мне. Зашибись. Так я не понял, ты стример или ты на Твиче? Да, стример. Поэтому, если есть возможность, да, поменьше матом, а то на одном портале мат запрещен там. Я так помню, рехнули баном на стриме. Оставался Twitch и еще один портал, где можно было стримить. Б что-то кидает, есть Б один точно. Два. Хорошо. Больше не видел. Там слышал нужную танку. Бомбу-то не видели, кстати, а чё аплент отдали? Бомба в нижней планте, в нижней тэшке, бомба. Так, потому что 9 хп меня могут раздуплить. Я кинул флешку. Он чё, вышел мид уже или чё, или на зиму? Он на миде стоит возле X ящика, это возле красного. Второй, где интересно. Их же два. Второй. Наверное, на А, потому что. Ой, блин. На винте с бомбой. Два в темке. Один верхний, другой нижний. Бежит на Б1. ФГЦЛ, беги на Б. Один мид был, один верхний тэшка. Run forest. Вот теперь шорт лезно. Мид один вышел, слышно топот. Вас шорт прошел аплент, беги. Да, эй, Спартак, основа глобал. Какие-то ранги, парни. А я еще сам пока не знаю, видишь, калибровки нет. Поэтому изи. Ну, я спросил у своих ребят, говорят, у него калаши, два калаша ранги. Это третья игра на этом аккаунте. Поэтому первые игры достаточно легкие. Нет, тебе надо было помочь на миде, во-первых, своему сначала. Я помог. Я просто это плохо помог. Ты сел за коробкой, когда он топал, да, его убили. А я тебе сказал, что топ это на миде еще раньше. Да я это сам слышал. Скинь я там ссылку. Сейчас скину. Ой, раунд сыграю. Я смог, да. Это А будет. Смотри, ты нуль там. Может, Xbox, не знаю, я только шортчик. Flashbang.
автомат? Нет, а мы уже прошли вроде. Его. На пальме где-то последний раз бахал один. Пойду бы чекну. О, лол, у них покинул. А, на шашке идут, я видел. Окей. Еще один. Прошел? Бомба там идет. Один из них. Я так понял, короче, я могу ноги вверх поднимать, и ты уже за меня будешь. Ну, это смотри сам, можешь немножко постараться. Я могу, короче, руль достать и на руле катать. Вчера так пацаны делали, которые видели, у них там калаши шурадки были или ниже. На инферно я за атаку настрелял 31 фраг, ну ты понимаешь, что там было. За атаку 31 фрага, за одну сторону. Они просто смотрели, знаешь, что делали? Брали, покупали АВП и кидали мне его. И говорят, типа, иди открывай, не вышли, по-моему. Окей. Один нижнего. Простреливаю. Чё-то на пальме война какая-то слышно. О, респе. Ну, я точно знаю, что есть нижний, значит, получается. Один на респе где-то. На миде мне могут леща дать. Я на шорте. Террис падет. Минус террис. Нижний. Ладно, сейчас свернусь. Иди пока Б принимай. Кину ссылку сейчас. Там плеер твича, если что есть. Go, go, go. На этом сайте. Ай, я не допрыгнул. Так вообще паршивенько вышло. Один мид на шарке прошел. Значит и мид может быть. Мид вышел, убил. Тэшка стреляет один. Не раненый с пистолетом. М-ку забрал в тёмке, бомба. Убежал к своему спальне. Он там сидит. Слева нам предполагаем. Я не знаю где. Потому что если не мог перепрыгнуть туда, на эту сторону, то только налево уйти. Ай, по мне попали прострелы, ничего себе. Да, флеш. Никого нет, никого нет. Нет, не покажется. Просто флеш была. Одна отойти точно будет. Не, это там. Ну, не лети вперед. Постой в воротах у меня, да. Я не думаю, что они Б пойдут медленно. Это я думаю, парапетку не пойдут. Эй, Азигу смотрю тебе. Пальма. Я там справа. Минус. Азига, не пошел. Го, возьмем оружие тебе. Нижняя тэшка. Зига и нижняя тэшка. One short. Мид один. Один на пленте уже надо. One mid. One mid, one A side. Short. Бесихин. Один короче, под лестницей один. Это буржуй остался с нами. Там оба, наверное. Шорт и аплэнд. Ну, если ты настреливаешь по 40-50 фрагов в каждую игру, да, легко может кидать. Я уже не первый же аккаунт, это будущий. Поэтому я примерно знаю, как чё к чему. Короче, у меня после 10 игр начал глобалов ко мне кидать. Чем ты жестче играешь и больше убиваешь, это зависит от КД. Я выиграл 10 игр подряд, 10 прям подряд сразу на аккаунте. Пишешь, что на Б идет последний. Да.
Видел. 10 секунд. Ну, справа там топнул, я слышал его. Тут вопрос под окном или... Здрасте, я ваша мама. Ой-ой-ой, прыгнул далековато. Ну тут уже, конечно, раскованность пошла полная, вальяжность накатки. Flashbang. Deploying flashbang. Incendiary out. Grenade. Throwing flashbang. Sorry. Lower. Сейчас могут на Б пойти для респон. Опа. Сейчас еще один отъедет нам. Нет. Так, Тереспу я смотрю. Надеюсь, на длине они... Типа Ace One, Ace Bomb. Я забрал, nice. Короче, в нижней темке 96 хп. У нее 4 хп. Ну хоть одному буржуи доказали, что русские могут играть. Окей. You open B, okay. I trust you. So that we may be free. Trust me, mate. I flash. What is the fucking flash? Can you open the inside? Door inside. Door inside. Door and lower. Дамаги, конечно, огонь. Как я не попадал, это забей. Ну ладно, есть дигом. So again B, top spawn. I guess no. Сейчас посмотрим, я у один дик играл. Не то один. Чё он не умирает никак? Не смог, возможно, аркада. Динапуш. Найс. У нас как вариант могут с ТРСП войти. А топ-т слушать. Один в пункте, один в пункте. One City. На гусе, на гусе. Один в сети. Минус 43, не пить. Ай, сзади. Два на ланге, короче. Еще где один. Где бомба там? Лонг, one на more. На ланге. Лонг, лонг, ласт. На ласт. А, один что оставался, лол. Да. Забей. Я думал, он не один. Их много. Не, могу ФАМАС погонять дать, если кто-то не богатый. Нет. We want your M4, M4, someone. No. I didn't hit. Thank you. Сколько набустил уже? Да ну, один только аккаунт, я недавно бустил. Своих-то глобалов хватает. Основной аккаунт. Глобал один? Один продал глобал. Ты не думай, глобал вполне достижим любому игроку, главное учиться играть.